И сегодня в рабочем графике Вячеслава Гладкова была поездка по Белгородскому району. Он принял участие в открытии после капремонта детского сада номер 9 в поселке Северный. Сейчас там 215 воспитанников, 7 групп полного пребывания, одна из которых ясельная, и еще 2 кратковременного. Для комфорта детей и педагогов обновили абсолютно все. Инженерные сети, фасад, кровлю, внутренние помещения и уличные площадки. Закуплена и новая мебель, игрушки, оборудование. Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков оценил преображение детского сада и поздравил ребят. Ремонт сделан, мне кажется, с душой. Очень хочется, чтобы вы, дорогие ребята, выросли настоящими. Настоящими, любящими свою землю, землю, на которой вы живете. Чтобы вы любили своих родителей, чтобы вы любили своих воспитателей, которые все для вас делают, чтобы в жизни у вас все получилось. И будьте всегда здоровы. Это главное, наверное, в этот период жизни. С наступающим Новым годом, здоровья, добра. И, конечно, хочется пожелать вам всем немного волшебства, потому что Новый год – волшебный праздник. Все мы немножко ждем этого. Ждем, когда закончится сложный год, и в следующем году убеждены, что будет все гораздо лучше и прекраснее.